взгляды в некоторой степени изменились, стали более гуманнее и человечнее. Доказать за хранение наркотиков – это специальное техническое средство, как нам показала экспертиза ОМОНа, по задержанию и дальнейшей депортации мусульман. Но каких мусульман? Сквернословием, унизительными характеристиками религии в целом. Религии в целом. Не конкретно ручку приобрел. Но это утверждение стоит воспринимать как некий художественный прием. Помните, прямо сообщает, что уже приобрел ручку со скрытой камерой. Что прямо? С стороны обвинения указывали на то, что они не оскорбились о том, что он, Руслан, хотел чувства ненависти или вражды. Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзьякова. Сейчас я работаю в компании ООО «Транспортные инновации», получаю конкретный заработок, соответственно, намерен заниматься именно на это. А так, слово «Гребень» я поставлю своим защитникам. 138.3.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Юридические действия сотрудников обеспечены в колонии населения. Спасибо, Ваше честь. Если нам видишь, представьте. Разместились, нет, потому что насколько уже очень тесно подошли к участникам процесса. То не является... ...или ограничению прав. В психологии оно проявляется в наличии поведенческого компонента, то есть обнаружить... ...вину, что явленного обвинения не признал и показал, что при создании роликов не преследовал цели оскорбить чувства людей верующих... Несмотря на то, что прокурор просит, попросил 3 года 6 месяцев лишения свободы, я все-таки надеюсь, что... разум восторжествует, приговор не будет такой жестокий. Данные документы исследованы в судебном заседании. Собственная информация, озвученная самим Соколовским видеороликом. Ну, я пришел к таким выводам, что был бы человек, и статья найдется, оно и понятно, и о том, что правосудие у нас весьма суровое. Я в изрядном шоке от того, что мне запросили 3,5 года, и при том именно общего режима. Потому что мне это странно, я до этого ни разу не судим, ни разу ни к чему не привлекался, преступление у меня средней тяжести и при этом общий режим. Мне абсолютно непонятно почему. В итоге моих действий не пострадал ни один человек. И в итоге 3,5 года. Странно.